Друзья, все мы любим короткие фразы, хотим говорить быстрее. Что мы можем сделать? Возьмем, к примеру, сравнение. Можно сказать: «Мой друг считает, что собаки более умные, чем кошки». Или: «Мой друг считает, что собаки умнее, чем кошки». А можно короче: «Мой друг считает, что собаки умнее кошек». Используем родительный падеж. «Я думаю, что апельсины более вкусные, чем яблоки». Можно короче: «Я думаю, что апельсины вкуснее яблок». Thank you.